Всем привет, дорогие друзья! С вами, как всегда, я, Russian Fear, и сегодня мы с вами начинаем прохождение неспешное Wolfen Blood Trail. Это новое дополнение вышло для Wolfen. Соответственно, мы создадим нового персонажа. Мужчина. Лицо. Давайте вот такое лицо. Так, глаза. Я хочу мага делать. Давайте красные глаза будут у него. Прическа. Не, ну для мага это явно не пойдет. Давайте такую. Либо вот такую даже. Темные. О, вообще маг видно. Что-то у нас борода. Усы. Так, черные. Маг, вот с такой бородой, с такой прической. Вообще в порядке злобный. Так, выбор оружия. Маг, соответственно. Ну и имя. Имя. Фир. Создать. Сюжет. Глава 1. Дети Хаймлока. Столкнувшись с засадой, вы проявляете странную сверхъестественную силу. Преследуемый вашим бывшим товарищем, вы расследуете оккультный заговор. Ну, поехали. Что здесь режима игры? Сюжет. Сложность норма. Частная. Так, ну в принципе и все. Погнали. Не знаю, читать тут много или нет. Я поиграл буквально чуть-чуть, настроил графику и все. Поэтому по самой игре ничего пока сказать не могу. Но отзывы довольно-таки хорошие в Стиме, по крайней мере. До четвертого Диабло таким мелкими перебежками, я думаю, мы добежим. Вот, собственно, видимо, и историю, да, нам сейчас будут рассказывать. Хеймлок, если ты не можешь победить меня, как ты собираешься победить сверхъестественные силы, питающиеся верой человечества? Еще раз. Пир, ты не чувствуешь боли? Я отлично ее чувствую, так же, как и твою. Боль — милосердный учитель. Я надеялся, что вы трое, как никто иной, уже научились ее принимать. Все сироты несут бремя боли, без исключений. Новая семья лишь смягчает ее. Посмотри на себя, эта боль сделала тебя сильным. Искорнители, гордые солдаты республики, они преследуют колдовство, где бы оно ни скрывалось. Искоренители, господи. Дети Хеймлока, мои дети. При всем уважении, что мы здесь делаем? 2 недели назад Братство Зари атаковало одну из наших цитаделей, а мы до сих пор ничего не предприняли. Мы обязаны отомстить за это. Сестра, обязаны? Мы обязаны выполнить приказ Сената. Что если они прикажут нам отступить? Не станут. Приказы уже отданы. Приказы? Великий Инквизитор. Вольно. Сенат одобрил вашу карательную кампанию. Они направили искоренителей против Братства Зари. Хорошо, операция «Гибель Зари» началась. Подготовьте мой легион, я лично его возглавлю. Ну, собственно, все и начинается, да, как я понимаю?
Графончик вроде бы здесь подвезли. Все красивенько. Наше время. Операция «Гибель Зари». Берег кораблекрушений. Земли живодеров одичалых. Прикольная у них броня. Поднять щиты! Засада! Поднять щиты! Позволишь забраться? Так, время не ждет. Меллис, мы должны успеть вступить в бой с братством Зари до рассвета. Если задержимся, не успеем ко времени. Возьми моих детей и сними этих чертовых лучников. Остальные пойдут в обход. Великий инквизитор, очищение в жертве. Что-то там, осадную лестницу, живо. Так, ну эти вот уже реплики я читать не буду успевать, так что давайте сами. Так, это я, да? Ну, погнали. Я хочу, чтобы на карнизах было пусто. Вперед, пошли. Пошли. Зачистите карниз. Purity and sacrifice. Look, a Republican pup is trying. Так, с управлением надо еще подразобраться. Я за мага хотел играть. А что-то он нифига не маг пока что. Ну, начало, наверное, да, как всегда. Обучение. Я понял, что я могу какой-то супер удар на правую кнопку. И все, больше я ничего не могу. Бомбист. Ну иди сюда. Оп, на пробел можно отскакивать от него. Кончились заряды. Живодер, мы освежуем тебя. Ну ты слышишь? Слышу. Что происходит, вообще пока не понимаю. Я держу. Пройдите сквозь явление. Пошли. Что, черт возьми, происходит? Так, да, читать у меня не получится. We move as one and do what we do best. Какие-то зомбики появились. Нам сюда? Подожди, ты чувствуешь запах? We need to get back to the purifiers now. Короче, напали демоны. Ну, в принципе, как и всегда в таких играх. Как-то станет их еще. Воздух стынет. Духовная магия. Доберитесь до края карниза заданием. Погнали. Черт побери, что произошло? Это один из наших, разведчик. Эй, солдат, ты в порядке? Где остальной отряд солдат? Солдат?
Кто один? Оставь его, он в шоке. Заткнись. Кто один? На это нет времени, идем. Один, 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 один. Я не один. Вау. А это кто такой? Darling, you're gonna owe me big time. Ага, я остался один. Вот что он имел в виду. Да вы что, серьезно? Now come to me. Сколько тут вас? Какой-то злобный... Ох, ты фак. Валим отсюда. Сразу же босс какой-то, что ли? Я не могу, он слишком силен, Вал. Ты мне нужна, быстрее. Успокойся. Скоро тебя не станет. Ох ты. Сила. Это я таким стал? Круто. Как ты можешь? Гори. Я сам не понимаю, что здесь происходит. И после всего лишь человек, как жаль. Ты должен мне все объяснить. Вперед, пошли. Если бы я сам знал, что здесь происходит, я бы объяснил. Lords of Mayhem, это называлась так оригинальная игра. Глава 1. Дети Хеймлока. Но пока что сюжет довольно-таки интересный. Как играться будет, посмотрим. Это что за твари? I'm not quite dead yet. Вот я уже и с посохом, то есть я маг. Что там произошло? Я чувствую себя по-другому. Что такое произошло? Что теперь я могу использовать колдовство? Бред какой-то. Так, ХП восполняется. А, shift что-нибудь там. Подбирать как вещи. О, я умею стрелять. Ура. Золотишко. Иди сюда. Двуручный молот. Берем, соответственно. Зврия! They must have pulled me out of the water. What a Val. Did she drown? Valeria! Val! У меня еще и отскакивают снаряды. Так, на правую, значит, у нас идет пробивающий, да, насквозь все снаряд. Запомним. Отвалите пока что. Так, ну да, камера, максимальное отдаление. Ну и графончик, как я вам и говорил, завезли, да? Красиво.
По крайней мере, пока даже красиво выглядит. Так, а это что такое? Сейчас будем... Ты сдохни ты? А, это энергия, понятно. Меч, посох, лук. Так, на И. Ну да, логично, на И. А, рубкий посох новичка, простой посох. 4-6-5-7. Скорость перевода энергии в ярость снаряда от базовых атак отскакивает до двух раз у врагов. Ну, то же самое, в принципе. Но урон побольше. А, так, материальные 4-6 физические, 5-7 физические. Это урон. Меняем. Проворство, свирепость, мудрость, живучесть. Умение, защита, полезность, негативные состояния. Ну, в принципе, все по стандарту, да? С какой-то задержкой умирают мобы. О, вот так красиво летает. Что перескакивает через одного. Только бы никто из республик не увидел мои трансформации. Возможно, не увидит. А возможно, и увидит. Так. Куда мы пришли? Что у вас так много? Это, погодите-ка, пожалуйста. Давайте по одному. Вот так подсвечивается, в принципе, булава. Этих нельзя обшмонать? Нет. Эти шарики мы не достаем. Ты сейчас сдохнешь. Золотишко это явно нам надо. Опять вы. Свет, внимание, все члены группы будут перемещены в зону события. Поднявшись на поверхность, вы слышите эхо близкого боя. Ну, поехали. Это наша сестра. Ты жутко реален для кошмара. Что это было? Ты одержим демоном? Да, надеюсь, ты ошибаешься. Иначе опять разговариваешь сама с собой. Кстати, о дьяволе. Дай мне минутку, мы еще вернемся к этому разговору. Эй, полегче! Вау, прекрати! Проклятие, это я! Дерьмо! Ты головой ударилась? Кого ты во мне увидела? Ну не знаю, может, чертова демона? Что? Нет, послушай, я сам не понимаю, что произошло. Я крепко получил по щам, когда что-то пробудилось внутри меня, чтобы спасти. Помоги мне, лады? Я, черт возьми, никакой не демон. Давай, Вал. Точно? Докажи. Ты чертова машина смерти. Да, такую глупость только ты мог сморозить. Ладно, аргумент принят. Выйдите из грота свииров, господи. Ну ладно, пойдем. Опять нельзя ничего разрушить. Че у него рука так вот держит? Скипетр какой-то будем держать. Нас просто ведут прямой пока что. По таким узким дорожкам мне нравится биться.
Так, пошли дальше. Промазал. Так, вот это у нас что? Это энергия. Ну-ка, стоп. Ага, колдуем, энергия убавляется. Это здоровье, понятно. Ку, малое зелье восстановления, да? Тут W закрыто, портал в город, активные умения, инвентарь. У нас же ничего еще нет. Ну да. Ничего еще нет. А, так. Опа-на. Чародейские доспехи. Нарукавник. А, у нас два здоровья, это силовой щит. Ну, давай. Ага. На любую руку можно одевать один, да? Два здоровья, два здоровья. Силовой щит. А, силовой щит, здоровье. Табельный. Это доспешник. Господи. Туника. Туника, наверное, лучше, не знаю. Так, 12% зарядки силового щита сферами здоровья. Наверное. Давайте попробуем. Так, где эти твари? Крылатые сфир? Неужели и такое бывает? Чёртовы мутации. Опа-на. Не надо в меня плеваться. Вали его. Достали своей слизью плеваться. Бойцовские доспехи, разбойничьи доспехи. Ну да, много всего так-то. Так, что нам дает вот это? Здоровье 16, 2 сопротивления урону, плюс 2 к свирепости. Но явно лучше. Стеганый доспех, здоровье, силовой щит. Плюс скорость бега. Ну, тут у нас есть силовой щит, а тут силовой щит похлипче, да? Давайте будем проверять все, в принципе. Щит это вот это, насколько я понимаю, да? Да. И здоровье, соответственно, плюс 35. Здоровье у нас восстанавливается автоматом, если мы не бьемся. This place reeks of death. These people are getting torn apart. I don't get it. Svea aren't normally this bold, not without good reason. That soul demon first. Этих людей просто разорвали на куски. Не понимаю. Обычно сферы не настолько смелые. Должна быть причина. Сначала это демон души, теперь это что-то здесь случилось, что-то очень плохое. Мы должны быть неподалеку. Не успел. Ладно, погнали. Так, и чё тут? Босс какой-нибудь будет? Нет? О, люди. Уже хорошо. Повешенные всякие. А это что такое? Колдовство в шторм в поле запрещено. Любой, кто будет увлечен в причастии к гнусным культам, будет повешен. Да, а я-то маг. Как хреново. Все разлетается, все рушится. Это тоже хорошо. We must pull back. We're too exposed. Нужно отступать. Стражники, мы подходим.
локации, да, какой-то? Разберитесь с происходящим. Кажется, я его знаю. У тебя есть план? Ладно, давай послушаем. Тебе нужны ответы, но не думаю, что Майлис предложит тебе что-то. Итак, вот мой план. Жди меня в Штормфолле. Это несложно. А тем временем я разыщу наши войска и попытаюсь поговорить с Эдриком о случившемся. Посмотрим. Может, получится убедить всех, что ты не чертов демон? Согласен. У меня нет желания болтаться в петле. Где встретимся? По дороге сюда я слышал о трактире в Штормфолле. Охотящая морская дева. Встретимся там. А пока не светись. Ну, окей, пойдем. Тут есть что-нибудь интересное? Что мне может пригодиться, нет? Ладно, пойдем. Почему ты не пускаешь людей? В сотый раз повторяю, город переполнен беженцами. Приказано больше никого не пускать. Послушай, мне действительно нужно внутрь. Дай пройти. Такого не будет, дружище. Пускаем только рекрутов. Личный приказ принца-купца Дамаскуса. Так тебе нужны бойцы? Я готов сражаться. А теперь посторонись, дай пройти. Ты серьезно, дружище? Ну ладно, проходи. Тебя ждут в фермерских угодьях, на другом конце города. Кто-нибудь еще хочет сражаться за Штормфолл? Нет? Я так и думал. No, that's what I thought. Так, наград за задание. Задание выполнено. Уровень 2. Окей. Так, свирепость, шанс критической атаки, мудрость. Шанс наложить негативные эффекты, проворство. Живучесть, силовой щит, здоровье. Да. По идее, нам надо мудрость качать, да? Мудрость влияет на ваш рейтинг, шансы наложения негативных эффектов атаками и заклинаниями. Каждое очко увеличивает ваш общий рейтинг, шансы наложения негативных эффектов на 1. Угу. Сброс атрибутов 15. Есть. Ну, давайте. А сколько нам очков дали? Где это показано? Давай в живучесть маленько. Сюда. Скорость атаки маленько тоже надо. Ну и свирепость. Сколько нам всего дали? А, вон доступные очки атрибутов, понял. А, еще одно. Давай в проворство. Так, а вот это что? Ох, ё-моё. Калейдоскоп судьбы. Доступные очки 1. Солдат. Максимального здоровья, снижение затрат ярости. Ученый. Плюс 8 силового щита. Ученый, наивысшая концентрация. Урона заклинаниями, урона негативным состоянием. А, но зеленое это, видимо, на лучника, да? На солдата, а вот это на мага как раз. Давайте силовой щит качнем. Например. Нет? Вот так. Принять. Да. Качнулись. Силовой щит. Дошли до первого города какого-то. Штормфолл, морская жемчужина. Давай посмотрим, что ты мне приготовил. Ну что ж, дорогие друзья, на этом мы будем заканчивать с вами первую серию. Вот такая вот у нас она получилась. Дошли мы до первого города. В следующей серии мы уже более подробно изучим данную локацию. Посмотрим, что можно в городе сделать. И пойдем дальше навстречу приключениям. Подписывайтесь на канал, не забывайте ставить ваш большой палец вверх, если вам понравилась данная серия. Ну и, конечно же, буду ждать ваши советы в описаниях под этим видео, если вы уже играли в Вольсен. Увидимся в следующих сериях. Всем пока!